Здравствуйте, в эфире канала «Россия». Итоговая информационная программа «События недели». Более 1 километра новых горнолыжных трасс откроют в Домбае к 2024 году. Осмотр инвестиционной площадки по строительству новых объектов в курортном поселке состоялся на этой неделе на выездном совещании с участием заместителя министра экономического развития России Сергеем Назаровым, заместителя полпреда ВСКФО Владимиром Надыкто, председателя и членов правительства республики. До конца этого года планируется построить и реконструировать сети горнолыжных трасс общей протяженностью более 17 километров. А к следующему году скоростную канатную дорогу гондольного типа, апарт-отель на 96 номеров и кафе-купол на 250 мест. Также в планах строительства сооружения инженерной защиты. Кавказ.РФ подготовит мастер-план развития Домбая, который подразумевает анализы и предложения по обустройству новых канатных дорог и трасс, архитектурному облику курорта, перспективах развития новых горнолыжных деревень. На сегодняшний день, на мой взгляд, достаточно неплохо развита вот вся горная часть, с учетом того, что перспектива и строятся дороги, и, соответственно, в этом году еще две канатные дороги будут. Да, наверное, можно модернизировать, добавляются трассы еще, тоже республика строит, дополнительно расширяет трассы, приводит. А вот с самим поселком, конечно, здесь большая проблема. Тоже мы обсуждали о том, что нам надо будет совместно сейчас сделать мастер-планирование, соответственно, нарисовать перспективу, потому что много, соответственно, есть объектов незавершенных, фактически треть объектов незавершенных от общего количества. Вся инфраструктура, улично-дорожная сеть, она достаточно хаотичная, потому что весь период этот постсоветский застроен был, ну, как попало. Поэтому внести или так сделать новый генплан, соответственно, сформировать общественное пространство, убрать то, что тут незаконно, и тогда вид, в общем-то, будет достаточно приличный. И дальше смотреть, как его развивать в едином стиле, в едином архитектурном стиле, собственно, чтобы это было действительно привлекательно для туристов. Затем делегация из Домбая направилась в Черкесск. В Центре молодежных инновационных технологий состоялась встреча заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова и председателя правительства Карачаева-Черкесии Мурата Аргунова с бизнес-сообществом республики. На круглый стол были приглашены представители институтов развития и банков. Среди перспективных направлений экономики нашей республики замминистра назвал туризм, животноводство, выращивание и переработку овощей и фруктов. Отдельной темой для обсуждения стали приоритетные для республики инвестиционные проекты. Есть необходимость создания новых и, конечно же, поддержка уже реализуемых проектов, подытожил Сергей Назаров. На этой неделе глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел очередной прием граждан. Поднимали проблемные вопросы из разных населенных пунктов по различным направлениям. Пояснения по каждому давали руководители профильных ведомств. Так, в текущем году в Новой Тиберде планируется возведение ФАПа. Вся необходимая документация уже подготовлена. Обеспечение аула Эльтеркач чистой водой намечено завершить до конца нынешнего года. До 1 сентября 2023 года проведут работы по благоустройству территории двора многоквартирного дома по улице Ленина, 57, Черкесска. Рашид Тимрезов рассказал также о планах по дальнейшему благоустройству парковой зоны в районе РТИ и ремонту ДК. В течение ближайших месяцев будет выполнена газификация 36 домовладений в станице Преградной, для чего уже проведено более 800 метров коммуникации. Жители хутора Новоисправнинского надеются, что для их деток будет полностью обустроен дом культуры. В скором времени в нем начнется капитальный ремонт, сроки и качество работы на контроле у главы республики и членов правительства. Хочется тепла и уюта, чтобы отапливались все кабинеты, чтобы детки свободно занимались своими интересами. Просто в одном кабинете занимаются и театральным творчеством, и рукоделием. Как бы тесновато деткам. В парламенте Карачаева-Черкесии обсудили вопросы противодействия религиозному экстремизму. В заседании под председательством помощника полномочного представителя президента России в СКФУ Айдемира Валиева участвовали депутаты Народного собрания, члены правительства и администрации главы республики, представители силовых ведомств, духовенства, общественных организаций. Али Баташев подробнее. Первый вице-премьер парламента Дагир Смакуев во вступительном слове отметил, что Карачаево-Черкесия – многонациональная и многоконфессиональная республика, в которой в мире и согласии проживают более 80 представителей разных народов.
Он подчеркнул, что это заслуга самих жителей региона, руководства субъекта, работы институтов гражданского общества и правоохранительных органов. В республике налажено конструктивное взаимодействие между ответственными ведомствами, общественными объединениями, религиозными организациями и другими институтами гражданского общества. Мы все с вами свидетели в нашей маленькой родине, да, такое огромное усилие, какое внимание уделяет наш глава республики Рашид Бориспиевич к развитию и христианства, и ислама на территории нашей республики. Строятся новые храмы, мечети. Представители духовенства отметили, что работа с населением ведется в формате проповеди, где объясняется суть истинного ислама и христианства. Качественная молитва – это хорошая, огромная площадка, созданная Всевышним для нас, чтобы мы могли донести слово Божие, слово ислама для простых людей, чтобы они поняли ислам, какой он должен быть, а не тот, который нам навязывается извне. Помимо этого, это в силу наших традиций, это похороны, на которые собирается очень большое количество людей. По словам нашего владыки, мы здесь не живем рядом, мы здесь живем вместе. И за это усилие, за это усердие благодарен. А тем вызовам, которые, конечно, возникают, но как прошлым вызовам был дан ответ и поставлена защита, без всякого сомнения, и на нынешние вызовы все вместе этот ответ и защита будет дана. Замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии Марат Абазалиев доложил, что в данный момент ситуация в республике стабильная, бандформирований на ее территории нет. Однако отметил, что Карачаево-Черкесия – одна из первых регионов, уже применила административные меры к жителю субъекта по статье за дискредитацию вооруженных сил России и распространение фейковой информации. По инициативе Центра противодействия экстремизму МВД по Карачаево-Черкесской республике с представителями традиционных конфессий республики на постоянной основе проводятся рабочие встречи по отслеживанию обстановки в республике в сфере межэтнических, межконфессиональных отношений, а также с целью недопущения распространения экстремизма среди населения и молодежи. В ходе проведения мероприятий причастность конфессий, диаспоры и других организаций к экстремистским движениям не установлена. Для профилактики и пресечения экстремистских проявлений в обществе широко задействованы СМИ региона, которые ведут вещание на 5 языках. Идет работа в образовательных учреждениях. Кроме того, проводится анализ и мониторинг информационного пространства в сети интернет с целью выявления материалов экстремистской направленности. У министерства проводится работа, так называемая кибердружина состоит из 6-7 блогеров разных национальностей. На периодичной основе каждый год осуществляет мониторинг в сети интернет, в социальных сетях, в мессенджерах для выявления негативных материалов, связанных с экстремистской террористической деятельностью. За прошлый год министерством было выявлено 450 материалов. В дальнейшем эти материалы каждый месяц направляются в Центр противодействия экстремизму для дальнейшей работы. Помощник полпреда президента России в СКФО Айдамир Валиев отметил, что в республиках Северного Кавказа ожидается усиление давления извне с целью дестабилизации обстановки в стране и призвал объединить все усилия, чтобы не допустить разлада в обществе на основе религиозных или национальных разногласий. Также он поблагодарил духовных лидеров и общественные организации за продуктивную работу по сбору и отправке гуманитарной помощи в зону СВО и на освобожденные территории. Али Баташев, Станислав Алтухов, Вести Карачаево-Черкесия. Сейчас время рекламы, а после продолжим. В картинной галерее открылась выставка двигающихся, говорящих и поющих героев из любимых советских сказок и мультфильмов. Ждем вас ежедневно с 10 до 19 часов, выходной понедельник. Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А, 43, 73, 87. Шубы со скидкой 50% в рассрочку. Новая демисезонная коллекция пальто и курток. Ветские меха. Троллейбусная остановка на Кругу. Город Черкесск. Государственная телерадиокомпания «Карачаево-Черкесия» приглашает на работу монтажера со знанием программы Adobe Premiere, телеоператора,
а также ассистента режиссера. Возможно обучение. Обращаться по номерам код города 8 800 782 22 04 75, мобильный 8 928 026 12 70 или по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51. Без налогов нет государства. Именно от их поступлений зависит вся жизнедеятельность страны. Только имея необходимые средства в бюджете, государство может качественно исполнять свои обязанности. Защита и социальная поддержка населения, медицинское обеспечение, образование, строительство дорог, школ и больниц, выплаты зарплат, пенсии и пособий. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. Шесть проектов в сфере развития цифровой медиакультуры были представлены в Центре для одаренных и талантливых детей «Спутник». Всего предварительный отбор для участия в программе развития цифровой медиакультуры прошли 50 ребят. Важность и актуальность каждой работы оценивали глава республики, эксперты и Артур Мхце. Ученица средней школы села Учкикен Аида Байчорова представляет экспертной комиссии проект своей команды. Главная задача молодых интеллектуалов – объяснить людям пенсионного возраста необходимость и удобство использования современных цифровых разработок. По актуальности и реализации каждой работы звучали экспертные мнения. В первую очередь, конечно, им бы облегчило решение там, всех госуслуг, да, там, МФЦ там, и так далее, и так далее. Вот мне кажется, вот это было бы еще и очень практическая помощь для них. Всего членам жюри были представлены 6 работ различной тематики. Компьютерная и правовая грамотность, популяризация патриотического воспитания национальных видов спорта, информирование об исторических личностях Карачаево-Черкесии и видеовизитка достопримечательности республики. Умение грамотно составить проект, обосновать его важность, сделать акценты на наиболее выигрышных позициях. Все это непременно пригодится во время их реализации и взаимодействия учащихся с вовлеченными в процесс ведомствами. Проблематика нашего проект заключается в том, что многие школьники не так увлечены программой «Уроки о важном», «Разговоры о важном». Поэтому мы разрабатываем национальный проект, чтобы продвигать идеи патриотизма, именно опираясь из наших корней. Наш проект посвящен интеграции пожилого населения в медиасферу. То есть мы будем организовывать открытые мастер-классы, после чего будем просить людей, пожилых людей, подписываться на наш телеграм-канал, на наш YouTube-канал. Будем публиковать видеоролики, обучающие видеоролики. Думается, как нельзя кстати, будут и коррективы в проектные работы, внесенные главой республики Рашидом Тимрезовым и руководителями региональных профильных ведомств. После того, как все проекты были представлены, экспертное жюри определилось с местами и обладателем гран-при. Наиболее значимой названа работа, которая должна помочь изменить в лучшую сторону отношение пожилых людей к государственным сервисам, онлайн-платформам и гаджетам. Гран-при получает команда. Впрочем, это вовсе не значит, что остальные проекты останутся на бумаге. По каждому из них будет сделано все необходимое, чтобы развивать цифровую медиакультуру различных категорий населения республики. Глава региона пожелал каждому участнику мероприятия дальнейших успехов в любом направлении профессионального развития, которое они для себя выберут. Артур Мхце, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии подвели итоги первого этапа иммунизации от полиомиелита. Наша республика показала самый высокий уровень охвата вакцинации среди субъектов Северного Кавказа, где была организована дополнительная иммунизация. Первый этап прививочной кампании от полиомиелита проходил с 27 февраля по 5 марта. Вакцинации подлежали дети в возрасте от 3 месяцев до 9 лет включительно. Минздравом региона в достаточном количестве была приобретена вакцина. Кроме того, образовательный процесс в детских садах и школах был организован таким образом, чтобы временно разобщить привитых и непривитых детей. Также проводилась разъяснительная работа со взрослыми о необходимости проведения профилактических прививок, в том числе дополнительной иммунизации против полиомиелита. Второй этап вакцинации пройдет с 3 по 9 апреля.
Мы показали 92%. Конечно, мы не достигли показателя целевого, но, тем не менее, это очень хороший результат. Это говорит о том, что многие жители нашей республики в процессе подготовки к этому туру осознали всю необходимость проведения данных прививок. Разобщение детей выполнялось для того, чтобы непривитые дети не заболели. И на сегодняшний день особых жалоб со стороны родителей нет. Но если они поступают оперативно, разрешаем все эти вопросы. Образовательный процесс не прекращался. Программный материал в полном объеме изучают все дети, посещающие школу и дошкольная образовательная организация. Знаковое событие в культурной жизни Карачаево-Черкесии – вечер памяти, посвященный 85-летию Аскербия Асуюновича Киреева, состоялось в филармонии. Долгие годы Аскербий Асуюнович занимал должность заместителя редактора республиканской газеты «Ногай Давысы», был первым редактором, директором и основателем детского журнала «Маметекей». Еще раз выразить уважение замечательному человеку, поэту, журналисту и писателю Аскербию Кирееву собрались друзья, коллеги, родные и почитатели его таланта. Добрый мир чудесных книг, выставка произведений Аскербия Киреева встречала гостей. Аскербий Асуюнович плодотворно трудился на ниве ногайской литературы и журналистики. Я скажу словами Пушкина: я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Ну, лучше этих слов что можно сказать? Поэтому я сегодня Аскербия Асуюновича думаю, что он действительно оставил свой след такой огромный. Наши творческие люди, как родники, они маленькими ручьями скромно собирают красоту в свое творчество и стекаются в огромный океан, говорили выступающие. Еще один источник для детей появился 20 лет назад, когда Аскербию Асуюновичу пришла идея создания журнала «Маметекей». Он нашел понимание и поддержку у Джанибека Юнусовича Асуюнова, и появилось детское издание. Цели, задачи и в части воспитательной части, и в части изложения тех статей, которые там будут, что они должны нести в силу нравственную, цензурную, другую составляющую. И самое главное, и, наверное, то, что будет гарантированно в рамках бюджетного кодекса иметь определенную хотя бы часть финансирования, которая не идет вопреки финансовой дисциплине бюджета республики. Это все было принято, и вот, пожалуйста, вот на сегодняшний день мы имеем вот такой журнал. Долгие годы Аскербий Асуюнович проработал в газете «Ленин и Йолы», затем «Ногай Давысы» и пользовался большим уважением среди коллег. Был талантливым и мудрым наставником. Детским писателем может быть только чистый, только добрый человек. Именно таким был Аскербий, именно таким он остался в наших сердцах. И только вот благодаря ему, ну, тем, кто ему помогал, я вас не называю, благодаря ему создался с государственно-правовой формой такое государственное учреждение «Детский журнал», и до сих пор он процветает. Аскербий Киреев был верным товарищем, всегда готовым подставить плечо, вспоминает Ашмагомед Катаганов, с которым их бескорыстная дружба продлилась 50 лет. Клад мудрости. Он великолепно знал устное народное творчество ногайцев. Он использовал все. И можете представить, он и день, и ночь трудился. Для него отдыха не было. Он был таким моментом, что мы выезжали отдыхать, он там не отдыхал, он все время писал. Супруга Аскербия Киреева Шерифия Ибрагимовна выразила благодарность организаторам мероприятия и всем собравшимся на вечере памяти. Не только яркий след в творчестве и добрую память узнавших его людей оставил заслуженный работник культуры России, народный поэт и заслуженный журналист Карачаево-Черкесии Аскербий Киреев, автор почти 30 книг. Его имя бессмертно, потому как продолжает жить в детских сердцах, читающих его многочисленные произведения. Аладинаева Светлана Кокова, Расул Бердиев, «Вести», Карачаево-Черкесия. Преподаватель КЧГУ имени Умара Алиева стал обладателем гранта Российского научного фонда. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информатики и вычислительной математики Аминат Узденова представила свой исследовательский проект «Новый подход к моделированию гальванодинамического режима
масса переноса в электромембранных системах. О научной деятельности с преподавателем физико-математического факультета побеседовал Алихан Лепшоков. Приветствую вас, Наталья Меновна. Я знаю, что вы относитесь к династии ученых Карачаево-Черкесского госуниверситета. И для начала хотелось бы узнать, откуда у вас появилась идея стать ученым, углубиться в науку? Наукой я начала заниматься со времен обучения в университете. Но, как вы сказали, папа у нас был ученый и большое значение придавал занятиям наукой. Он пытался с первых курсов нас связать с лучшими учеными университета, так, чтобы они нас взяли в свою работу. Мы маленькие студенческие работы писали, в общем-то, с тех пор. После окончания университета поступила в аспирантуру. У меня появился научный руководитель Уртинов Мухаммед Хусеевич. И мы с тех пор занимаемся мат-моделированием. Откуда появилась инициатива принять участие в грантовом конкурсе? Идея грантов, она появляется как сопутствующее направление, потому что исследования проводятся, и так есть у них финансирование или нет. Но государство и республика, да, наш глава республики периодически объявляет конкурсы для молодых ученых, в которых очень интересно принять участие, попробовать свои силы. До этого я была исполнителем проектов своего руководителя, других ведущих ученых Кубанского университета. Ну и я поняла, что это все исполнимо, решила попробовать свои силы. Я была руководителем проекта РФФИ, Российского фонда фундаментальных исследований, чуть раньше. В конце прошлого года получилось выиграть грант Российского научного фонда. Это дополнительное финансирование, которое значительно раскрывает возможности по участию в конференциях, закупке программного обеспечения, ну и много чего становится более доступным благодаря дополнительному финансированию. Алина Магомедовна, в чем заключается уникальность вашего научного проекта, который выиграл грант? Мы проводим математическое моделирование. Фактически разрабатываем инструмент теоретического анализа процессов в мембранных системах. У мембранных систем есть приложение в очистке воды, подготовке сельхозпродукции, но мы занимаемся тем, чтобы дать инструмент теоретического анализа процессов, которые протекают в этих системах, чтобы практики могли оптимизировать работу этих систем, могли понять, что там происходит. Но уникальность работы в том, что мы построили двумерную модель, которая учитывает развитие электроконвекции в мембранных системах. И посчитали вольтамперную характеристику, которая впервые соответствует характеристике реальных мембранных систем, то, что в реальном натурном эксперименте измеряет. Наша кривая расчетная повторила форму, и мы смогли сделать заключение, доказать, что там есть участок вторичного подъема, который говорит о том, что эффективность процесса выше, что это связано с развитием электроконвекции. И сейчас занимаемся тем, что моделируем различные электрические режимы. Первая модель, она была для потенциостатического режима, то есть когда задается скачок потенциала. Сейчас то, что говорится, ноу-хау у нас, то, что мы моделируем режим, когда задается постоянный ток в системе. Почему это важно? Потому что один из способов повышения эффективности – это управление электрическим режимом. Важно уметь описать любые режимы работы устройства. Как вам удается сочетать преподавательскую деятельность на физико-математическом факультете и научную? Научная работа перекликается с учебной, потому что я работаю на кафедре информатики, вычислительной математики. Со студентами мы рассматриваем модели попроще, с теми, которые поспособнее, пишем научную работу. Вообще, работа с молодежью, она помогает развиваться самому, потому что то, что ты в общении со студентами получаешь, тебе позволяет найти решение, может, научной задачи. Во время того, как научную задачу решаешь, думаешь о том, ну, получаешь ответы на том, а как лучше было бы объяснить это студентам. Я считаю, что это неотъемлемые части научной работы и учебная. Учить
студентов, не развиваясь, не ища какие-то новые задачи, тоже нечестно, надо быть впереди. А с другой стороны, если ты получаешь новые знания, надо постараться молодежь к нему приобщить, сделать более доступной. И в завершении, будете ли вы принимать участие в других грантовых конкурсах и что вы готовите в этом году? Проект, который я сейчас выполняю, он молодежный. У меня исполнители, аспирант Узденов Муслим и магистрантка Ханфинова Сабина. Они каждый из них, у одного это диссертация, у другой это магистерская, занимаются частью проблемы моделирования мембранных процессов. И мы получили поддержку на общий проект, у нас коллективная заявка была. Интерес, конечно, есть, потому что у нас и руководство университета Талсултан Аубекирович поддерживает все наши инициативы. Если мы не получаем поддержку из фонда, то университет поддерживает наши исследования, поэтому мы, я думаю, дальше будем развиваться. Планы большие, нерешенных задач много. Ну что ж, хотелось бы поблагодарить вас за плодотворное интервью и желаю успехов в вашей научной деятельности. Яркая премьера в Кисловодском цирке. Жители и гостей Карачаево-Черкесии и Ставропольского края приглашают на яркую премьеру весны шоу «Звездный круиз». Репортаж Светланы Шагановой. В Кисловодском цирке приземлился космический корабль, и он приглашает всех в незабываемый полет. Вы побываете на различных планетах и увидите созвездия нашей огромной солнечной системы. Зрители, пристегнув ремни, занимают места в космическом корабле, который отправляется в загадочный космос. Дан старт, поехали! Космическое приключение «Звездный круиз» – это необычное цирковое шоу. Это яркий спектакль с интересной сюжетной линией и смелым режиссерским решением. Благодаря перевоплощению зрители путешествуют по планетам, где знакомятся с их обитателями. И вот Солнце, Марс и Венера. Захотелось сделать вот такой вот космический круиз, типа «Стар Трек», ну что-то такое, пятого элемента, туда все отдаленное и интересное. А вот и созвездие Большого Пса. Всем известная Круэлла и ее далматины. Свое обаяние и актерское мастерство демонстрируют не только пятнистые собачки, но и представители других пород. Номер словно собачий оркестр, и в нем роль первой скрипки исполняют и другие животные. Виртуозный пони и наездник рыжий кот. Компания разношерстная, но очень дружная и артистичная. Как кот подружился вот с ними? Легко, то есть животных, когда мы начинаем животных в номер вписывать, мы, соответственно, делаем это все за кулисной части. То есть они на манеже друг с другом не встречаются. Они у нас встречаются впервые за кулисами. То есть у нас есть какая-то комната, где у нас содержатся кошки. И если мы знаем, что вот эта кошка будет ездить на собаке, мы начинаем потихонечку их приучать друг к другу уже там. То есть приводим, знакомим, ночевать оставляем друг с другом. Все постепенно, все вводится. В современном театрализованном шоу молодые цирковые артисты Российской государственной цирковой компании. Амбициозные, выполняют сложные трюки, завораживают своей красотой и смелостью. Трюки и под куполом, и в самом манеже. В программе представлен и редкий цирковой жанр «слейклайн», развивающаяся область эквилибристики, ходьба по специальной стропе. Первый наш космический полет. Я вот шоумен, такой вот лучезарный, и кто-то там луна и так далее. Поэтому это все создавалось, конечно, под наши характеры строилось. Каждому артисту подбирали образ. И в каждом номере свой космический шарм, своя необыкновенная космическая энергетика. И вот к нам навстречу летит созвездие Пегас. Лошадь в такт музыки исполняет грациозные па. Путешествуя по планетам, зритель попадает в сады Ривенделла. Это один из красивых номеров программы. В манеже цари всех зверей, львы и легенды российского цирка. Они смело доверяют свою голову острым клыкам и мощным лапам. Кто
потому что это очень опасный трюк, потому что это трюк действительно на грани жизни и смерти. Основной упор работы именно на вот этот вот сильно близкий контакт. И если зритель через пару минут забывает, что это перед ним лев, ну, особенно когда пропоет мальчик наш, вначале все вздрогнут, а потом забывают, что это лев, ну, значит, мы своей цели достигли. Ради это этого тоже работаем. Большая редкость, когда львы поют в манеже, потому что это такое именно басистое низкое горловое пение. Идет такая метка территории в первую очередь. Вот. И во вторую, то есть это только животное, которое очень спокойно в состоянии это делает. Но предупреждает, что сюда не сувать. Да, но это моя территория. Невероятно красивое шоу. Яркие костюмы, декорации, спецэффекты, авторская музыка погружают всех в атмосферу космического пространства. Это незабываемо. Чувство, будто ты правда попадаешь в космос. И забываешь, что ты на планете Земля. Мне очень сильно понравились вы. Это очень интересная программа. Мне очень понравились львы и другие животные. Очень яркая и интересная программа. Приходите в цирк. Очень волшебная программа. Приходите все в цирк. Космические приключения подходили к концу, но не хотелось расставаться с космическими пиратами и забавными космическими клоунами. Межгалактический лайнер приземлился в Кисловодске и ждет новых пассажиров. Разгадайте тайны Вселенной до 16 апреля. Двери звездного круиза открыты для всех. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия из Кисловодска. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какой будет следующая, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Хорошего воскресного дня и до встречи. В цирке с 11 марта шоу «Звездный круиз». Окунитесь в мир космических приключений на борту звездного лайнера 0+. Сателла Мебель. Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии и Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, второй этаж. Телефон 8-952-836-4703. Государственная телерадиокомпания «Карачаево-Черкесия» приглашает на работу телеоператора. Возможно обучение. Обращаться в отдел кадров по номеру код 8 878 2 220547. В эфире Радио России «Карачаево-Черкесия». Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов.